Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение под номером 10 на странице 32 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем ставить знаки плюсы или минусы и также пропущенные числа. Давайте посмотрим. 14 минус 6 это равно 8. 14 минус 4 – 10. Чтобы получить 8, вычтем еще 2. 15 минус 9 – это 6. 15 минус 5 – 10. И чтобы получить 6, вычтем еще 4. 11 минус 8 равно 3. 11 минус 1 – 10. И чтобы получить 3, вычтем еще 7. 12 минус 8 равно 4. 10 минус 8 – 2. Вычитаем, прибавляем. Еще 2, чтобы получилось 4. 13 минус 7 равно 6. 10 минус 7 – 3. И прибавим еще 3, чтобы получилось 6. 16 минус 8 – 8. 10 минус 8 – 2. Чтобы получить 8, прибавим 6. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.